Привет, меня зовут Елена Юкина, и я очень рада приветствовать вас на этом канале. В этом видео я покажу вам два легендарных продукта, которые стали такими сейчас очень модными, их очень много обсуждают, и я хочу показать вас с ними познакомить. Ну, для начала у меня на губах карандаш и помада Charlotte Tilbury Peel of Talk. Вот помада, вот карандаш, они на моих губах. Я, простите за вид тюбика, я им уже просто красилась. Помада и карандаш. Ознакомьтесь с ассортиментом. И следующий продукт, это просто вот сборник отпечатков пальцев Patrick Ta. Я так буду очень стараться, чтобы он не отсвечивал, а было видно не мои отпечатки пальцев, а упаковку, потому что она металлическая, блестящая. Тоже такие у меня получились рыжеватые румяна. Оттеночек, shade sensor. И теперь буду их наносить на себя. У меня голые щеки, поэтому... Они очень сильно спрессованы, а у меня очень мягкая кисть, поэтому они что-то между собой не очень хорошо дружат. Я просто возьму другую кисть. Ну, румяна действительно такие достаточно... хорошо спрессованные, и прям сильно переборщить ими невозможно. Можете оценивать на мне. Patrick Ta и Charlotte Tilbury. Вся в люксе. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки и желаю вам очень удачного дня.